мне доллары здесь. Меня два раза ревностный прок и без иступления. Просто так, тыками забивает. Сета нет, поэтому забивает. Ой, ты заведешь на БДК? Ну, резните. А, сам резни. Сейчас я покажу, как прожиматься надо. На мувик. О, да. Кимень, ты тут? Да просто мозг. Да, я просто... да, тут, я тело покинуть не могу. Да зачем тебе? Ну, наверное, потому что... Наверное, потому что ты улетел на ловушке. Ты кикни его, он на кладбище портанется и потом примешь обратно. Да, если он релогнится, он окажется на кладбище. Да, или отпать, это значит шипы, я спать. Тебе еще, кстати, Олег, в ВК скину за ИВК десятку, там тоже не числа. Я пока не могу прочитать это заклинание. Всем спокойной ночи. Спокойной. Спокойной. Там добрали уже, да? ДД какого? Вот ты четвертый хил. На Ардуру надежды особо нету. В комнате вайпы, наверное, будут. Да, я с вами тоже иду. Шумануть можете? По-моему, лука есть, демон. А, у нас еще один лук есть. Ладно, оставайся пока так, три хила пойдем. Кередиск, есть спек ДД или нет? Есть, но у меня 25 км. А что ты взял? Холика собралась? Нет. Не надо холика, потому что тут рейд вообще будет падать. Придется кидать ГП по всем хилам. Чек на баф. Так она в холике, она не в РК, наверное. Пишите ей. Ну я не знаю, как вы втроем, если тяжко будет с заражением. Или что, вы огурца хотите в 20к, чтобы ХПС было? Хотят, чтобы я огурцу кинул каждый раз ГП. А ты просто Лока. Пусть лок зайдет, подожди минуту. Заходит? Че? Понял, кто-то на РБ заходит? Нет, там этот ФКшит мог. Ну, так же в три хила будем. Первая проблема была в том, что у нас валик не сливали. А то уже ПДК у нас не прожимался, как ты видишь. Поэтому ты дохла. Василис готов?
Пока в три хила пойдем. Ховар. Ховар, ты готов? Ховар. Давай, Эрдроу, умножение на магов, локов. Бросить ледяную скорбь и сдаться. Ретриков. Ивара. Был рост в иллюзоне. Ты должен лям нахиливать, а не 500 тысяч. Убил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Восстановление и... Жизнецвет желательно на второй, третьей фазе на БДК. Покрыли. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Герои, да, на меня напал. Атаку! Не подходящий. Я оставлю тебя в живых, чтобы... Не могу допустить, чтобы величайший служитель пропустил рождение моего мира. Великий ловушка. Хередис, поднимай жесты, Shadow DC выноси. Подними жесты. Вставай, Джест. Заражение прошло. Миленький волнушка. Бафы под Джест. Пристый баф, бафы на телеку, каску. Миленький ловушка. Очень сильно подходишь. Давай встанем сюда, милики. РДД ловушка. 87% пока нормально. РДД ловушка. Чума, одна секунда. Даю капли тебе. Shadow DC. Смотрим ловушку, 3 секунды. Миленький ловушка. Встанете моба? Нет. Встали в квадрат. Сюда лучше. Квадрат стали миленький. Ловушка, 1 секунда. Все, все на край. Все на край. Гарри чума. Даю мастер аур. А, уже успели. Так, хоп, как гимн на ману, тотем поставь. Топор убить, уйди. Бей этого духа. Маги, перестань, набрали дистанцию, бейте сферу. Становимся звездой. Тотема в центр. Тотема ков ставим. Капюшоныч по КД, тотема ков в подвале. Кружок Лизония, Ром, Гефест, Трусы, Хилд. Я в кружке. Играем через
Ну, козырь, ты, конечно, в ром поиграем. Скорнение или зоне выйди. Трусы ром добить. Жопы эти бить. Трусы. Давайте рост. Искорнение портала, остальные рейд к трону выходим. Смотрим, первая варка будет искорнение. Вышли. Топор убить, выйди, давай сакру. Так, играем. Ром, трусы. Это хилы. Каплю на БДК давай. No. Пробуйте же кружок слить. Так, трусы играем. Так. Тюменская вылетел, да? С центра все в эти оскорнения будет. Становимся как на первых вальках. О, оскорнение. Нет, не встанем. Отбегайте уже быстрее. Звезду встали. Нормально. Кружок Лизони. Ром или Фест. Мясо хотели в кружке. Я понял. Через кружок играем. Трусы застаньте, когда ром. Через трусы играем. Заминайте трусы, оскорнение скоро будет. Трусы надо добить. Чуть-чуть. Так, теперь ром. До свидания, ром. Играем дальше. Все остановимся. Нет, как на первых вальках, сейчас тоже пропадет. Звездочку стали. Кружок Лизуна, трусы, ел. Сквернение сейчас будет. Вышли со сквернения. Я в кружке. Три ретрик, три пала. В кружок трусы бьем. О господи, бля. Кружок 200 тысяч. Трусы. Я в трусах. Стань трусы. Дал стан. Давайте. И так есть еще шансы. Сначала осквернение будет, кто помнит. Короче, давайте звезду плевать. Все в звезду стали быстрее. Так, играем ром в кружок. Лизуня, стань кружок. Я ром. Ром сильней. С оскорнения выйти всем. С центра всем выйти. Инерпы, отцу огурцу. Последний. 3% быстрее. Давайте звездочку встали. Застанем валик, будем переводить. Вальки переводим. Все, давайте. Веди лича на край. Все на край. Отдал сап, это, мастер ауры сап. Так, Shadow DC гимн на ману. Тотем оставь. Хереди Синер от Сугурцу. Так, в идеале на СС кидал. На кого? Black Corks кидал СС. Хередиус, у тебя БР на КД. 3 минуты. Бейте кружок только. Все, играем в следующую дуку. Только кружок играем. Огромные духи, только кружок. И присты бьем. У нас 3 приста, бьем взрывом. Ой, не взрывом, короче. Вы поняли, чумой в комнате. Так, присты взрывом разума бейте. У нас один ретрик. Шарики будете бить?
Все, не добивайте кружок. Входим в звездочки. Бежали. И здесь захиливаемся. Забежали за угол, хилимся здесь. Бежали. Выйдем с комнаты, будем бить кружок духа. Там интервью спрашивают, кому СС. Кинь на миссал СС. Так будут духи. Тебе духов. Кружок прям. Безумное оскорбление. Все в кружок. Хильте в ДДК протокола. Следующего духа играем. Все следующего духа. Мелики уходим с-под духов. РТД добивайте духов. Мелики ушли. Духи спустились. Мелики ушли к звезде. Оскорбление смотрим. Осквернение. Бежал. Так. Не умерите только, ёбаный. Дух умер, да? Все. Ёбаный, еще осталось делить 26 лямов. Просто ходить по комнатке. Давайте звездочку. Да, у мастера Ауа. Эти в звезде бежали. Духов бейте. Один дух побежал в рейд. Давайте за угол и здесь хилимся. Гимна мана, у кого есть плюс. Так, я скажу по команде, ты споешь, Хопка. Тотем откадешился? Сколько минут? Сейчас будет выход, духи падут до нас, все идем к звезде. И к звезде идем. Ушли из-под духа, все к звезде. Копка, пойди к звезде, возле лича пой гимномана. Хильте БДК потопало. Ушли и дальше к звезде. Шедевр ДЦ, гимноман есть, фотон гимноман есть. Сквернение 3 секунды. 1-2, смотрим осквернение. Мини-зоны, Фасилис, уйди. Хильте поступало. Как ты играешь, Фасилис? Слил двух дух. Уйдем в звездочки. Осталось 16 лямов. Давайте за угол здесь хилимся. О, огурца 2 команды. Можешь дать им онлайн возложение рук? Я давал уже. Давал. Кирилл, сейчас будет гимномана. Выходим с комнаты, ждем, пока духи взорвутся, поем потом гимн. Кресты взрыва разума бьем. Звезде все отходим. И все под звезде. Ходьте, гимноманы, кресты. Гимноманы, Хопка. А нет, или кто-то фотон. Треса минута 30. Сквернение 3 секунды.
Корнение, Хасилис, выйди. Все, забегай обратно. Незыблемость прижми, задохни же духа. Так, на следующий фанатик даем просто. Вот опала захилить. Так, осталось пережить одну комнату. Если не будет берсы, не будет уже. Там выйдем. Главное сейчас... Будет рост, заливаем босса, я помогу стаунтить. Если, конечно, вы не сдохнете сейчас. У нас будет 16 секунд. Потом нет. Молодец, красотуля. Пизда. Давай, Сакура. Первый мат мы за рейд. Выход с комнаты сейчас будет. Подъемся к плечу, уходим от духов. Выход. А, звезде идем. Скорнение. Надо герою искать. Давай рост. 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 Но под бабл могу подержать. Таунчу на себя. Я умер. Подымай. Хередис, подымай хилда. Я под баблом держу 2 секунды. Все, бабл кончается. Блять. Перебежали на другой. Таунчу на себя. Все нормально. Пока на себя стаунти. 1%. Бейте, бейте, сейчас добьем. Стаунти на себя. Сейчас. Стаунтил опять. Стаунтил, да все добили. Короче, WhatsApp, все жнецы там закрываются, отхиливается, все спокойно. Не знаю, что вы там придумываете. Закрывается. Каким образом? А ну объясни. Ну вот смотри, первый жнец идет, незыблемость. Второй жнец идет, кровь с кровоотводом. Третий жнец идет, я войско отдал. Потом что, четвертый жнец, опять незыблемость. Потом пятый, опять кровь с кровоотводом. Потом шестой, по-моему, был. Я без прожимок был, я что-то там, ну, ключ нажал. Смотри, я тебе объясню немного механику войска. Ты когда призываешь войско, ты не можешь парироваться и уклоняться. Да, но уменьшаешь в процентном соотношении уклонения парирования. Фактически ты получаешь тот же самый урон. То есть ты получаешь меньше урона, но ты получаешь каждую плюху. Ну, ее проще. Понимаешь, в чем суть? Ты типа 17 тысяч. Да, не... Ну там даже не суть, все равно еще промах может сработать от таланта этого, какой-то ужас какой-то лучше. Ну даже если не прожимать, можно просто отхилиться захватом и двумя ударами смерти. Ну четвертый жнец это 1.5 минуты, у тебя нет еще. Подожди, первый жнец. Я не знаю, надо видеть. Ты прожимаешь незыблемость, 2 минуты запускается КД. Второй жнец, через 30 секунд ты прожимаешь кровь. Третий жнец, ты призываешь войско. Четвертый жнец, у тебя кровь и кровоотвод дышится, да. Да, а незыблемость еще 30 секунд КД. Потом незыблемость, потом ты чем закрываешь? Потом то есть шестой получается. Шестой у тебя нет уже. Шестой я отхилился. Захватом руну 2 удара смерти. Мне по душе. Ну, не знаю. Ну а потом опять кровь с кровоотводом. Свет, даруй так проще. И отхиливаться проще. И урона меньше идет. Я чередую под один кровь кровоотвод и захват всегда держу под жнец. Ну и естественно удары смерти. А незыблемость я поддаю, если хила хватает. Ну Эршама, допустим. Не, я всегда отдаю незыблемость, потому что, ну, если, допустим, не отдать незыблемость и, ну или... Или схватила хила, допустим, ты отдал незыблемость, а потом опять схватила хила, и, блядь, нет незыблемости. Ну, то есть разное бывает. Лучше на 100% защититься от жнеца и все. Да там, конечно, все, вот хиле, ну, захват, удары смерти удачные, плюс хилы. Если хилы не хилят, ну, блядь, тогда можно упасть, конечно. Хилов же тоже зависит очень много. Им неведом страх. Ну вот я, допустим, когда по крестом ходил,
там хватало какого-то Иршаму или еще кого, я хилил великим исцелением танка. Ну, если тут так делают другие хилы, там друид, там еще кто-то, то нормально будет все. Ну, не знаю, я за хила вообще не смотрю, кого хватает. Смотри внимательно, что я сделал. Что сделал? Да я это сам не сам выбрал. Мужик. Лет.